Всем привет, я Гелла. Сегодня видео, наверное, для новых подписчиков. Очень много вопросов, люди добавляются, и я расскажу немножко о себе. Вот, ну, для начала хотела показать вот эту картинку, ее сейчас со мной нет. Я очень редко, ну, практически не дарю свои изделия. Вот, но бывают вот такие исключения. Я от всей души с такой, прям вот от души, с любовью подарила вот эту картину, потому что это даже не картина, а такой, ну, вот такой арт-объект. Арт-объект. Я видела, как от души человеку нравилась. Она с таким любопытством разглядывала, что это. И это действительно смотрится на стене очень интересно, необычно. Вот так вот она у меня висела на стене. Но вы видите, да, при ближайшем я сложила в свое время, чтобы не валялось, думаю, а потом решу, что с этим делать. Это всякие заготовки. Вот я тренировалась вот в вышивке, расшивке, там для брошек, для колье, для там что еще я пайетками. Вот это желтое, по-моему, эполет расшивала. Ну, пробовала, да, и вот такие у меня пооставались. И вот, чтобы их не выкидывать, я их сложила просто под стекло в рамку. Думаю, потом решу, что с ними делать. И сложила бы как, а получилось, вот видите, на стене это смотрится очень интересно, очень красиво. И я с удовольствием, с радостью подарила Екатерине Санне, своей любимой, очень дорогому для меня человеку, это панно. Вот, ну это я к тому решила вам показать, чтобы вот можно вот так сделать, в принципе, все что угодно под стекло, да, и будет такой неожиданный результат получился, когда проходишь мимо такой картины, она вся сияет, сверкает, очень здорово, так интересно смотрится. Вообще, в принципе, свои лоскутные изделия я не дарю, у меня, потому что я шью из того, что я найду дома, из старой одежды, из домашнего текстиля, вот, и поэтому, ну, как-то, то, что я продаю, это свои украшения, созданные своими руками украшения, имеется в виду всякие там аксессуары, у меня есть на канале целый плейлист, если интересно, можете посмотреть. Ну и также я продаю бижутерию с натуральными камнями в посеребрении и серебро, ювелирные украшения с камнями. Вот такой у меня род деятельности. И вот это видео, вот эти кадры вы видите, если для новичков интересно, я оставлю ссылку на это видео, с чего все начиналось. Буквально из ничего можно сделать вот такое красивое лоскутное изделие. Это может быть все что угодно, хоть просто панно на стену, хоть там вплоть до одеяла, там я не знаю, или даже пальто вот таким вот образом сшить, да. И в том видео я подробно все показываю. А сегодня я буду продолжать расшивку этого панно. Я вот на этом не остановилась, решила все это вышить бисером, пайетками, бусинами, там, ну, всякое. Вот. И это дело не быстрое. Вот так сшить можно, в принципе, и так уже красиво очень можно оставить вот в таком виде. Очень красиво все это смотрится и практически из ничего сделано. Вот. И, в общем-то, это можно сделать, ну, довольно быстро по сравнению с тем, что если там вышивать и расшивать, то это, конечно, уже время уходит достаточно. Вот, сегодня буду вышивать и рассказывать о себе. Канал я зарегистрировала очень давно, в Ютубе здесь, да, вот, а вести его начала лет 5 назад. Вот, первые попытки у меня были, не попытки даже, а я из практических соображений, мне нужно было, значит, я так подумала, что, а что если показать людям предмет вживую, как он себя ведет, как он выглядит и так далее. И в 2013 году я стала фотографировать, не фотографировать, а снимать какие-то товары для работы. У меня была работа офлайн продажи, и тогда мне пришло
такое, знаете, в 13-м или в 12-м году. Ну, в общем, я решила, что, наверное, все-таки в интернете тоже начнутся продажи. Вот. И надо попробовать эту тему, потому что за этим будущее. Вот. И тогда вот я стала снимать малюсенькие, там, полминуты, коротенькие ролики на несколько секунд, чтобы показать вот как бы товар вживую, да, вот, и начинала интернет-продажи. Ну да, это где-то был, может, даже 11-12 год, вот такое что-то, коротенькие ролики на несколько секунд. Вот, потом уже в 15-м, по-моему, или нет, уже в 16-м или даже в 17-м году я уже стала для канала пробовать снимать мастер-классы. А вот в этот промежуток я как-то изредка в Ютубе постила такие видео. Ну, чисто мне было интересно. Тогда я смотрела иностранные сайты, вернее, каналы. Вот всякие, в том числе и по рукоделию, и не только по рукоделию, и мне было, русский YouTube рукодельный еще не очень тогда был развит, и мне было интересно, ой, я тоже хочу так попробовать, вот как у них, типа, снять вот ролик, да, обучающее видео вроде как. Но, естественно, обучать мне было чему, я сама до сих пор учусь, как говорится, да, вот, мне было интересно показать, вот как я это просто делаю. И я снимала первые свои видео на какую-то мыльницу, там совершенно ни звука, ни света. В общем, это были такие ужасные видосики, которые без слез не взглянешь. Вот. Но, тем не менее, мне было интересно посмотреть как бы со стороны, а как вот это выглядит, вот как это, вот попробовать самой, в общем. И я выкладывала ролики, потом я там годами забывала про это. В общем, ну, такое, вот такой у меня был канал какой-то исключительно, чисто для работы больше, вот, вот в своих целях, да, а не для, для офлайна, не для онлайна. Вот, и когда я, а потом, когда я начала, вернее, попробовала где-то, по-моему, в 16-м году. Я уже выложила такой более-менее полноценный ролик, какой-то по лоскутному, ну, я не помню, какой уже, ну, какой-то более-менее такой похожий на нормальное видео. Вот, выложила, да, и опять я про это забыла, посмотрела на себя, там как, чего, на этот ролик, интересно, все, ну и опять забыла. Конечно, какие там подписчики, никто меня не видел, мне было интересно самой вот это видеть, как это снимать лучше, как там поставить камеру и так далее. Вот, и когда я через сколько-то там полгода, может быть, или как, зашла в YouTube, я так удивилась, у меня здесь уже были подписчики, и было куча комментариев и вопросов, ой, покажите, а вот, так, вот это как делается, а вот это. И меня это тогда так поразило, я решила снять, записать еще один, чисто с ответом на вопросы, вот, ну, именно по вопросам, по вашим, да. Вот, записала, выложила, и у меня стали моментально набираться подписчики, люди стали с таким интересом. Тогда русскоязычного рукодельного ютуба было очень мало еще, иностранного было много, а русского мало было еще, только начиналось все это, знаете. Вот, поэтому, конечно, людям было все интересно, и тема эта не настолько еще популярна была, как сейчас вот в Ютубе, да, и поэтому, конечно, людям было все интересно. Да мне и самой было интересно, потому что я, в принципе, учусь вместе с вами, училась многим вещам, вот. И вот так вот пошел мой канал, понимаете, уже стал, я стала... Тут такая обратная связь, столько общения, столько всего. Это как снег на голову. У меня было так необычно, такие ощущения необычные. И я стала, конечно же, показывать людям, вот, что я сама умею там. И сама вместе с вами учусь.
Вот, как непосредственно к пэтчворку я пришла, к лоскутному шитью, это, конечно, было раньше, больше 10 лет назад уже, году в 8-м или в 9-м я наткнулась где-то на просторах интернета, это, по-моему, даже иностранный сайт был, было 4 фотографии пошагово, как сейчас помню, техника Crazy Quilt, то есть первый лоскуток на одной фотографии, на второй уже лежит второй лоскут, и вроде как пристрочен, да, это потом на третий, и так далее. Вот, и вот эти 4 фотографии без пояснений, без всего, вот просто фоточки вот эти, да, и все, и тогда на меня это произвело огромное впечатление, случился взрыв в моей голове, и началось мое увлечение, моя просто обожаемое мною дело, моя любовь к лоскутному шитью. Это мне было так интересно, это захватило меня по полной программе, и я стала. Вот. А потом постепенно, ну, я такой человек, в принципе, я всю жизнь в себе чувствовала вот эти вот, всегда занималась, всегда что-то вышивала, делала, там, вязала, плела. Вот, всю жизнь у меня было вот это вот творчество во мне, но, конечно, не в таком, как бы, масштабе, и столького я не знала, сколько я вот стала познавать, учиться всему. Но учиться как? Я не посещала мастер-классы никогда, вот, или какие-то уроки, занятия по творчеству. Я по образованию экономист, работала всегда. Я была предпринимателем, как раз вот моя молодость, вот это все на вот эту вот перестройку попала, совпала, да, вот поэтому, а тут я начала уже творчеством активно заниматься в качестве хобби, вот лет где-то, ну, где-то в 8-м или в 9-м году, вот, и с годами это все нарастало, я все больше и больше этим занималась, вот, совмещала. Это же все-таки, когда ты работаешь, ну, все-таки на это же нужно время, но я настолько полюбила это дело, что когда ты горишь чем-то, любишь, хочется тебе, то ты всегда найдешь время. И я всегда, конечно, совмещала все это с работой, потом дальше и работу свою начала. Одна из моих работ это оформление свадеб, да, тоже связано с творчеством, с декором. Вот. Вот таким вот образом я узнала о лоскутном шитье и стала активно этим заниматься. Очень люблю это дело. Вот. Что еще рассказать? Мне писали где-то, кстати, совсем недавно написали, что да, ты все врешь, так невозможно, на тебя там работают, там чуть ли, знаете, в общем, у меня здесь где-то сидят подпольная фабрика, подпольные наемники, мои рабы на меня тут работают, дошивают все, зашивают за меня, все для меня делают, а я тут, вот видишь ли, это скрываю от вас. Нет, девочки, все, что вы видите на моем канале, все абсолютно от каждого маленького самого лоскуточка и от самой первой малюсенькой бусинки и заканчивая стилем и записью и монтажом и там выгрузкой на канал, все это я делаю сама. Никто не был в моей мастерской, никто мне никогда ни одного шовчика не положил. Я все это, и никто мне не снимает, тут не монтирует, я все это делаю сама. И вы знаете, конечно же, если, по идее, нанять там помощников, кто бы это все записывал, монтировал, там снимал, например, да, кто бы дошивал там мои идеи, там чего-то, я бы, конечно, очень многое могла воплотить, потому что идей масса, руки всего 2 и часа всего 24 в сутках, да, и, конечно же, я бы тогда, может, больше сумела показать, рассказать, но пока вот так, как есть. На сегодняшний день я выделила себе комнату полностью одну отдала, прям в своей квартире отдала под рукоделие,
Вот, так как я живу одна, у меня есть кошечка Симона, в прошлом году появилась. А так я живу одна, у меня дети взрослый сын, и они живут отдельно. И я себе на сегодняшний день, я, в общем-то, не молодая девочка, я довольно такая взрослая тетенька, мне 50 плюс. И на сегодняшний день я, в принципе, могу себе позволить заниматься любимым делом и выделить вот так комнату, потому что, в принципе, ну, в общем, вот такое у меня на сегодняшний день. Такая жизнь. Мне все нравится. Что не нравится, я делаю, ну, как бы, ну, обычной жизнью живу, как и все мы. Я вышла из Советского Союза, как миллионы других людей, ну, моего возраста, там, постарше, помладше. Вот. Я не наследница богатых там каких-то родителей и так далее. У меня никогда не было каких-то спонсоров, покровителей, папиков там или кого-то еще. Вот. И я всю жизнь работала и зарабатывала. И, как это сказать, просто мне писали вот в комментарии, да ты там деньги гребешь лопатой, на людях зарабатываешь. Да нет, я никогда не гребла их вот лопатой, там миллионами не зарабатывала, там как-то вот какие-то там бешеные деньги. Но, по крайней мере, ну, есть же понятие работать, есть понятие зарабатывать. Я и работала, и зарабатывала всегда. Ну, как бы вот когда началась перестройка, там, как сказать, открылись возможности, и нужно было жить. Как-то у меня тогда и сын родился, и в семье, я помню, был даже такой момент, когда в семье вообще никто не работал. Работала я и муж, ну, тогда была бабуля, тогда была сестра с мужем, тогда была мама. Вот, и они все не работали, а мужу не платили зарплату. Тогда первое для нас было новое, что-то такое, как это можно не платить зарплату, да, ну вот тогда все люди были в шоке, и нужно было что-то делать, и был период, я поработала какое-то время, как сейчас помню, в киоске у ребят, предпринимателей, в обычном таком киоске сидела, да, и потом, когда я посидела немножко, поработала, там просто платили живые деньги за смену сразу. И я поработала какое-то время и подумала, а я ведь тоже так могу, почему нет? Ну, вот так же вот киоск там какой-то, что-то, да. И это прям стала такая идея фикс. И, ой, господи, как это все начиналось, как вспомнишь. Но тем не менее, вот с этого все начиналось. И те же ребята, у которых я работала, они мне даже в какой-то степени помогли на первых моих порах первые шаги делать, потому что денег не было, как у всех у нас, да, ничего, ни опыта, ничего такого не было. Вот, все это было в новинку. Вот, и ну, в каком плане помогли? Они мне даже вот на первый день, как сейчас помню, открытие запуститься, они мне какой-то товар дали на реализацию, свой неликвидный, там, который у них не продается вроде как. Ну, чтобы мне хоть что-то было поставить на витрину. Ой, как вспомню, это было, конечно, нечто. Вот такие, да, были тогда времена. Я хочу сказать, что, ну, как все абсолютно, у меня не было каких-то вот родственников богатых. Мы всю жизнь жили с мамой вдвоем, и мама всегда работала, и я уже, когда стала взрослой, тоже всегда работала, и я не вижу ничего плохого в том, что я зарабатываю. Понимаете, у меня никогда не было такого, чтобы я сидела, ныла и ждала там, что мне кто-то должен, кто-то мне обязан, кто-то мне принесет, сделает там. Я всегда сама была пассионарно активна и привыкла к тому, что никто мне ничего не сделает, если я сама не пойду и не сделаю, понимаете? Ну вот у меня вот такая натура, да, поэтому что значит, как, с чего там я сижу, там гребу лопатой, такого не было, чтобы я гребла лопатой в таких масштабах, вот, поэтому мне на это даже ответить нечего. Вот, потом еще какие, что еще рассказать?
Ну, по поводу комментариев, вот опять-таки недавно написали. Вот раньше было нормальное живое лицо, нормальная живая мимика, а сейчас ты там в себя залила, что-то с собой сделала, там, что вся кривая, косая, и лицо как маска, неподвижное там. Ну, это типа, наверное, имеется в виду ботокс и там еще что-то. Не знаю, вот, черти что, на кого похоже. Ну, по поводу кривой, косой, там тик этот, меня уже замучили с этим тиком. Я поэтому редко в кадре появляюсь, потому что вот сразу идут всякую ерунду, пишут. У всех у нас в жизни, не у всех, но часто в жизни, имею в виду, вот, бывают ситуации, в том числе трагические какие-то по жизни, да, и у меня была такая страшная ситуация в жизни, о которой я не хочу даже вспоминать и никому не пожелаю, но я тогда вот от этого, ну, удар у меня даже случился, я заболела, и, слава богу, все обошлось, в общем, да, но осталось как бы такое последствие, напоминание о том, о той ситуации, остались вот такие небольшие последствия, это вот тик и немножко там кривизна, ну и все, как говорится, с кем не бывает, что я могу с этим сделать. Ну вот такое, да, у меня есть такое, я вот такая, вот, ну слава богу, это в прошлом все сегодня, на сегодняшний день все хорошо. Все нормально, прорвемся. Бывают и сложнее ситуации у людей. Не дай бог никому. Вот. Что касается маска, я вообще удивилась. У меня действительно очень подвижное лицо, мимика лица. Я вот даже там вот по последнему, например, видео, там обзор украшений, да, я, ну, не знаю, я не училась никогда на актрису, может быть, это уметь надо где-то держать лицо нормально, не там мимикой своей особо не кривиться, не, но я настолько человек эмоциональный, знаете, я не могу, я как-то все абсолютно делаю всегда с эмоцией, и я, если удивляюсь, я удивляюсь, там восхищаюсь, я восхищаюсь, и все это очень сильно отражается на лице, оно наоборот у меня подвижное очень в этом плане. Вот. И еще хочу сказать, да, мне 50 плюс, но если мне то и дело пишут, то я там подрезала, здесь отрезала. Девчонки, какое, что отрезала? Никогда я ничего не делала со своим лицом. Это не предмет гордости, просто я морально еще к этому не созрела. Один раз, единственный раз, лет 8 назад, когда только начинались все эти филлеры, вот эти уколы красоты, я помню, я решилась, попробовала сделать эти, как филлеры, вот это вот, да, это когда тебе все лицо вот так вот обкалывают. Часто-часто обкалывают каким-то, ну, я не знаю, что это, филлеры, вот витамины или там какой-то такой состав для омоложения там, или как бы питания, да. Но я помню, я так напугалась тогда, у меня все лицо было в пупырышках несколько дней или, может, неделю от этих уколов, да, и покраснений. Я так напугалась, я так боялась, что, ой, а вдруг это не пройдет, вдруг останутся эти точечки по лицу, вдруг там. Я так нервничала тогда и переживала. И что самое главное, абсолютно никакого эффекта тогда не произвело. Может быть, какое-то средство было, может быть, ну, я не знаю, неподходящее для меня или что, я не знаю. Тогда все это только начиналось. Но никакого эффекта от слова совсем. Вот абсолютно. Поэтому, вы знаете, с тех пор, но зато столько нервов я так переживала. И поэтому, вы знаете, с тех пор я еще ни разу ничего не пробовала делать со своим лицом, не говоря уже о ботоксах, вкачивать что-то в себя или там операциях, тем более я ничего не делала. Вот так, если посмотреть, у меня там глаза наполовину закрыты уже, это возрастные вот эти вот веки опущены совсем. И вот это вот подбородок, ну вот все как у всех, это нормальные возрастные изменения. И у меня там дел-то, по большому счету, огромное количество, что можно со мной сделать. Но там работы полно, как говорится. Но я ничего не делала. Неужели этого не видно по видео?
Господи, такие специалисты сидят, углядели там, и что-то я ей подшивала, подтягивала, подрезала, урезала, ушивала, пришивала. Я не знаю, что вы там видите. Ой, кошмар, это ж надо, люди такие прям спецы. Любой специалист, профессионал вам увидит меня в кадре, и он поймет, что реально никакого, там даже ухода никакого особого нет. Видимо, ну, я по натуре такой человек, что ли, не знаю, у меня нет каких-то суперкремов, там еще чего-то, обыкновенно умываюсь, там какой-то увлажняющий кремчик, а иногда, честно говоря, и про это уже, ай, забуду там, и это, ну, вот по натуре я, видимо, такой человек, не знаю, вот, и что касается краски, мейкапа, я, вы знаете, я человек по натуре, я люблю все новое, я люблю в ногу со временем, все новиночки какие-то быть в мейнстриме, знаете, в теме там нового. Но что касается, это вот всего касается, да, кроме вот как раз-таки краски лица, вот мейкапа. Не знаю почему, но вот эта тема, здесь я вот какой-то настолько консерватор, я как красилась 20 лет назад, так же и сейчас крашусь, как пользовалась, я пробовала какие-то там, может, другой крем взять, тональный, имею в виду, там, или пудру, да, но я пришла к тому, что вот мне абсолютно подходит, мне нравится самой Max Factor крем тональный и пудра, тушь Шанель, и все. Ну, я могу там, может быть, помаду какую-то попробовать взять другую или румяна там. Ну, это максимум. Вот, остальное все. Вот я так привыкла, я так крашусь. По крайней мере, вот 20 лет назад точно. И вот сейчас вот так же ничего нового нет. Хотя можно, конечно, попробовать. Можно к специалистам сходить, там, может быть, начать как-то по-другому краситься, я не знаю, может, как-то правильно. Сейчас же и какие-то консилеры, там, эти, ну, в общем, всякие-всякие продукты выходят новые, все, но я еще ничего не пробовала такого, не обращалась, вот, возможно, когда-то созрею. Ну, вы первые об этом узнаете, девочки, и увидите, если я что-то с собой сделаю. Договорились, вам первым покажу и расскажу. Вот, а пока я ничего абсолютно с собой не делала, и более того, я никогда не трясусь над лицом там с какими-то масками, там патчами и так далее, и тому подобное. Но это не предмет гордости, нужно за собой ухаживать, конечно, нужно. Ну, у меня уход такой ежедневный, обыкновенный. Вот, какого-то специального ухода, там, чего-то я не делала. Вот, не говоря уже о каких-то вмешательствах оперативных там и так далее. Поэтому, где вы увидели маски, где вы увидели подтяжки, я не знаю. Вот, что еще рассказать о себе? Я живу одна, у меня был период, я 5 лет жила с мужчиной. Это было совершенно вот недавно. Там мои ранние подписчики даже знают эту мою историю. Ну, на сей момент и раньше я замуж я вышла рано, в 18 где-то лет, а родила я в 21 год сына. Он мне единственный, с мужем мы прожили тогда 7, ну, где-то около 7 лет и разошлись. И все, и с тех пор я живу одна всегда, и вот на старости лет, как говорится, угораздило меня жить. Ну, это были где-то лет 5, мы жили с мужчиной. Сейчас я продолжаю жить одна. Вот, жизнью своей я довольна. Я такой человек, как сказать, мне вот говорят, да, конечно, хорошо вам, вы счастливая, вы живете там в Москве, ни в чем не нуждаетесь, вы там такая-сякая. Ну, девчонки, счастливое счастье не зависит от того, где ты живешь, и богатый ты или бедный, понимаете? Как ни странно, как это все абсолютно просто и банально. Счастье не в деньгах, не в их количестве. Вот, это от этого не зависит. Ощущение счастья, это просто люди вот есть по натуре, по своим ощущениям, по своей натуре, по своему воспитанию, что ли, я не знаю, к образу жизни, к отношению к жизни. Бывают люди счастливые, несчастливые.
Бывают те, кто вечно ноют, вечно чем-то недовольны, вечно им все не так. Там, хоть он и богатый, там, или бедный, которые там, ему всегда все все должны, вот все всегда, они вечно ждут, когда им принесут, вечно ноют, вечно вот им все кто-то должен, вечно кто-то виноват в их проблемах. Вот. А бывают люди по натуре, по своей, вот они умеют быть счастливыми и не имеют денег. Я знаю людей, которые очень далеко не богатые люди, но очень счастливые и умеют быть счастливыми, понимаете? Также и богатые бывают, и счастливые, и несчастливые. Поэтому это не дело не в богатстве, как бы это банально ни звучало. Ну, что еще сказать? Ну, в общем-то, и так... Вот столько всего более чем рассказала о себе, да. Ну и дальше время от времени я буду вот так рассказывать вам. Ну а тем временем я вот эту вот такую вот вышивку делаю. На это нужно время, конечно, именно на вышивку. Но создать вот такой квилт сможет абсолютно каждый. Посмотрите видео. Окошечко здесь выйдет, и ссылку я под видео оставлю. В общем-то, все это абсолютно доступно, и все это делается практически из ничего. И если вам интересно, оставайтесь со мной. Также смотрите, у меня очень много видео по лоскутному шитью на канале, и не только по лоскутному шитью, а по совершенно разным видам рукоделия. Поэтому подписывайтесь, оставайтесь со мной. Спасибо вам большое за то, что вы у меня есть. Я желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения. Всего вам доброго. Пока-пока.